Значит, Райанс начинается второй тайм между командами КамАЗ-1 и Строитель-2. Команда «Строитель» выходит в следующем составе. На воротах Юнусов Амир, защитник Карпетян Малик, Афанасьев Иван, полузащитник Колесников Амир, Сафин Данияр, Гараев Искандер, и впереди играет Сафин Минеев Николай. Колесников перехватывает. Сафин на Минеева. И команда КамАЗ пока в атаке. Сильный удар. И опять у нас защита спит. И опять у нас расстреливают вратаря. Счет становится 5-0. Карпетян на Сафина. Столкновение. Мужественно Сафин переносит данное столкновение. Тактическое перестроение во время игры делает тренер команды «Строитель». Меняя игроков, на поле появился Шакиров. Обыгрывает троих игроков. И команда «Строитель», команда «КамАЗ», прошу прощения, вынуждена выбивать мяч на угловой. Минеев пошел подавать. Сильная подача. И мяч за боковой будет вводить команда «Строитель». Для всех родителей, включая Ярмухаметову, говорю, в смс-ке отвечать не могу, поэтому эта игра, да, сегодня последняя. Можете потом забирать. Колесников. Прострел на Минеева, удар. И мимо ворот пролетает мяч. Это, наверное, одна из первых редких атак команды «Строитель». Колесников поборолся. Ошибки, как-то очень сильно расклеилась команда «Строитель» после первых двух пропущенных. Всегда пожалуйста, Лик. Сильный удар, но Афанасьев накрывает, и мяч уходит в аут.
И команда КамАЗ допускает ошибку, мяч уходит за пределы поля. Гараев будет вводить мяч за боковой. Минеева, Минеев, Агатаулина. Команда «Строитель», да, опять быстро происходят замены. Вместо Шакирова появился Гатаулин. Очень сильно и неточно игрок команды КамАЗ делает диагональную передачу. За это вообще можно было дать уже желтую карточку. Удар поворотом после свистка. Ну, очень лоялен сегодня судья в команде КамАЗ. И мяч уходит за пределы поля. Юнусов Амир будет вводить мяч из отворот. Быстро разыгрывает на Карпетяна. Карпетян не точно. Минеев возвращается, помогает. Минеев с Колесниковым. Колесников ошибается и вынужден в подкате исправлять. Судья показывает, мяч должен Юнусов разыграть. Афанасьев сильно на Колесникова. Гатаулин. Потеря, потерь. Сильная диагональная передача. Юнусов выходит. Ворота пустые. Афанасьев вовремя. Вовремя очень Афанасьев вернулся, подстраховал. Холкин, Ранель появился на поле. И мяч залетает в ворота команды «Строитель». Холкин, Ранель с мячом. Перехват команды КамАЗ. Минеев исправляет ошибку Холкина. Передача на Гатаулина. Гатаулин обыгрывает одного игрока, протаскивает мяч дальше. Очень сильный мяч уходит. Команда КамАЗ с мячом. Они не спешат. Опять сильная диагональная передача. А в воротах команды «Строитель» замена. Юнусов уходит, выходит Брагин. Брагин на Карпетяна, Карпетян на Колесникова. Колесников сам обыгрывает. Протаскивает отправки, и команда КамАЗ выбивает мяч. Команда КамАЗ пытается убежать в быструю контратаку, но команда «Строитель» успевает вернуться. Удар. Брагин на месте, спокойно забирает мяч.
на Карапетяна, Карапетян на Колесникова, Колесников обратно на Карапетяна, и Карапетян теряет мяч, будет угловой в пользу команды «Строитель». Команда «КамАЗ» быстро разыграла. Довольно-таки опасно Карапетян пропускал мячик. Афанасьев будет, скорее всего, сильным ударом выносить вперед. На поле появились Загайнов, Гараев. И Загайнов теряет мяч. Карапетян принимает на себя удар. Брагинс Афанасьеву. Афанасьев на Гараева. Потеря, прострел. Сильный удар. Брагин на месте. Спасает Брагин в данный момент команду «Строитель». КамАЗ в атаке. Сильный удар. Брагин фиксирует мячик. Гараев с мячом. Назад на Афанасьева. Афанасьев в центр на Минеева. Минеев на Гараева. И вдвоем игроки команды КамАЗ отнимают мяч. Сильный удар, и Брагин ловит мяч сразу, быстро разыгрывает через Афанасьева. Афанасьев на Минеева, Минеев на Гараева. Команда КамАЗ переходит, Колесников прессингует и выбивает мяч в аут. Когда фотографируют что-то, фиксируют четкость. Там же авто поставили. Минеев перехватывает на Загайнова, отдает передачу. Ошибка. И команда КамАЗ пытается контратаковать. Сильный удар по воротам. Брагин справляется с ударом. Афанасьев сильно на Колесникова. Колесников с Загайновым. Загайнов теряет мячик.
Команда КамАЗ будет вводить мяч из-за боковой. Холкин выходит вместо Загайнова. Команда КамАЗ продолжает контролировать мяч. Подошвы прокатывать. Гараев на Колесникова. Колесников обыгрывает двоих игроков. И вратарь команды КамАЗ отбивает. И команда «Строитель» будет подавать угловой. Розыгрыш! Вот это розыгрыш! Афанасьев! Афанасьев исполняет домашнюю заготовку и распаковывает ворота команды КамАЗ. Шикарно исполнила команда «Строитель» домашнюю заготовку. Брагин должен забрать мяч, да. По-моему, в этом сезоне второй раз Афанасьев исполняет данную заготовку и второй гол забивает. Афанасьев на Карапетяна. Карапетян на Холкина должен будет отдать, да. Холкин зачем-то обратно на Карапетяна. Карапетян не точно в центр, но Колесников Рамир сам должен убегать. Прострел. Нет, игроки команды КамАЗ накрывают. И Минеев не попадает по мячу. Останавливает судья игру. Игроку команды КамАЗ надо оказать помощь. Да, в столкновении с Колесниковым. Гараев с мячом. Пас назад на Карапетяна. Карапетян в центр на Минеева. Минеев на Холкина. Но, к сожалению, Ранель не готов к передаче. В команде «Строитель» будет готовиться замена. Гатаулин лежит на фланг. Замена, Холкин уходит, Гатаулин появляется. Потеря игрок команды КамАЗ, и команда «Строитель» будет вводить мяч из-за боковой. Ну, судя с остановками, нам осталось еще играть около минуты. Мяч от ворот будет вводить Брагин. Брагин на Карапетяна.
Карпетян на Гатаулина. Зачем-то назад. В центр на Минеева. Минеев на Афанасьева. Афанасьев на Гараева. Перевела команда «Строитель» игру на другой фланг. И Гараев, обыграв троих, отдает пас назад на Афанасьева. Афанасьев на Карапетяна. Карапетян довольно-таки опасно разворачивается. И чуть не потеряли мячик команды «Строитель». Гатаулин. Не готов Гатаулин к передаче. Очень много ошибок сегодня совершает при передаче команда «Строитель». На поле появляется Тихонов. Минеев перехват. Пас на Тихонова. Тихонов останавливает. И потеря. И команда «КамАЗ» бежит в быструю контратаку. Вынуждены отворот. Брагин на Афанасьева. Афанасьев на Гараева. Гараев поднимает голову, кому отдать передачу. На Минеева. Пытаются на коротке разыграть. И потеря со стороны команды «Строитель». И команда «КамАЗ» пытается уйти в контратаку. Да, очень-очень разобрано смотрится команда «Строитель» сегодня. Минеев с мячом. Передача на Гараева. Надо переводить мяч, но... Аут в пользу команды «Строитель». Офсайд показывает судья. Брагин быстро разыгрывает через Афанасьева. Афанасьев на Брагина. Брагин возвращает Афанасьева. Афанасьев. Карапетян. Гараев. Минеев. На коротке с Гараевым. Перехват. Перехват команды «КамАЗ». Удар. И это гол. Счет становится команда 6-7. Счет какой? Счет, честно, 7-1, по-моему, становится. Гатаулин с мячом. Брагин спокойно принимает мяч на Афанасьева. Ой-ой-ой, Брагин! Спокойно Брагин вытаскивает из девятки мяч, фиксирует его с добивания. Опять удар. Тихонова меняют на Шакирова. Гатаулин борется. И зарабатывает аут Колесников. Колесников вперед.
Гад, иди помогай, что ты встал-то? Аут зарабатывает команда, строитель. Киров. Мяч уходит за пределы. Брагин. И матч заканчивается.